Говорит, что они на фул может не зайти. Как бы, если время есть, как бы... Ну, поменяй его тогда, в чем проблема? Найди того, кто на фул пойдет. Как бы с не начала не очень удобно добирать народ. В общем-то, дочищайте трэш. Что у нас там, не знаю, сзади никого не осталось. Вырезали из машины, починились, сумонили. Разрушители пока что пусть этот основной трэш убьет. Кто-нибудь, двое вылезть, Акоры... быстренько засумоним. Перейди к Асаду. Быстренько наш. Ой. А Мордун это же с ГГВП офицер, да? Я не офицер. А, ну... Я варлок, который одновременно с тобой зашел фактически. А, ты с Шадоу Митрексом пришел, да? Да, мы вдвоем бегаем постоянно. Да, Митрексом. Бля, как ее только не называют, ребят. Это капец. Ну я не виноват, что ник занят, блядь, Мирекс. Ну что я сделаю? Человек, который не играет вообще. Так, фаланс засумонен, все засумонены, отлично. Давайте сейчас за пределы колонны, чтобы босс выехал. Да, выезжаем за колонны, чтобы босс быстренько сэвейдился. ХП багать мы не будем, да? Танком. Нахер. Не знаю. Давай, да, будем надеяться на то, что Сирус когда-нибудь фиксанет этот баг, как бы в скобках нет. Да-да. Да, нашел на что. Добросовестные Влазим люди. Вылазим из Мафуни, ставим. Хав, приехали. Мы же в хэме, да, его убиваем там? Вы правильно? Я всегда сижу. По-нормально. Да, да, хэм, он светится. Хэм светится как? Все, все. Все, он быстренько все стух. А, вот все. Отлично, он сэвэйдился, убить это. А. Это совыдившиеся защитники, все в порядке. Так вот. Кап. Да я всех присуманил уже. А, ДК здесь? Ты здесь? Да, я здесь. Да. Я с разрушителем посидеть. Так. Сори, ребят, теперь без, кроме РЛ, остальные молчим. Желательно на всех боссов. Я не против, если люди говорят, но по делу. Не фулт, имеется в виду. Желающие попрыгать. На турели. Есть? Так, Авентор хочет прыгать на турели. Кто-нибудь еще хочет прыгать на турели? Отлично, Войт, Авентор. Вы прыгаете на турель, вы сидите в разрушителях. Ну, вторым номером. Остальные быстренько запрыгиваем по машинам. Так, так, что у нас из свободного осталось по местам? Так, у меня в осадке одно место. Отлично. Кто-то ко мне, ну давай. Я к тебе, как бы... Вторые номера, которые сидят, как бы можете сразу сесть на чоппера. Ну, на Вентер с Войдом. Чтобы основные... Блять. Одну минуту, я заговорился. Короче, первый прыгает Вэд Спирит с Авентером. Вообще мы в теории должны за эту фазу сразу же его убить. Это в идеале. Если что-то пойдет не так, прыгают два Варлока за ним. След на вторую фазу. В общем-то все. А для чего развить? Тех же ребят нельзя подобрать, которые прыгали до этого? Их же потом кинут. Им надо будет добежать до тебя. Ну, в смысле, тут же еще мотоциклы как бы есть. Ну, на мотоциклах они доезжают до тебя, прыгают в тебя, и ты кидаешь их заново. Ну, в чем проблема? Смотри, в мотоцикле... Не каждый может успеть. Ну, я могу сам подъехать своего забрать. Можно сказать, ребятки? Да, конечно. Значит, два лока встают, вот метки стоит на разрушителях, один на одну метку, один другую поставь. Значит, один лок с одной меткой стоит, другой с одной. И вы стоите с ним на пуле. На пуле, когда босс активируется, пускают Войда с Авентером. Они летят. И как только вы их запустили, сразу запрыгивают локи. Они стоят на маунту. Когда ребята, вы... подождите секундочку, минуту. Продолжай, он вернется. Босс останавливается сразу, и уже, получается, в разрушителях локи сидят и тянут сразу колчедан. Мотоциклы, вон я их привез, они стоят вон там. И когда с босса скидывает Авентера свой, они просто подбегают к мотоциклам, подъезжают к разрушителям и кидают к второму прыжку. Да, и ты смотришь на босса, нажимаешь мышкой, смотришь этот баф перегрузка. Смотришь, 3 секунды остается, говоришь, кидайте. Локов кидают,
как локи закинулись, запрыгивают сразу Войт и Авентер дальше. И повторяется так. Ну, что я знаю, если баф пока висит, даже если ты его кинешь, он, даже если под конец каста прилетит, он все равно на него не сядет. Меня так кидали два раза. Ну вот как каст заканчивается, тогда уже кидаете. Как он начинает двигаться, сразу кидаете. Ребят, я может что-то не понимаю в целом, никто на себя лично сейчас не принимается, но по-моему РЛ берут для того, чтобы делать как он говорит, а не да, то, чтобы... Повторюсь, если все люди все знают, тут РЛить не надо, просто собрать нужно. Ты же знаешь. Я знаю. В общем-то все. Сейчас есть какие-то вопросы по боссу у ребят? Плюсаните в чат, у кого есть вопросы. Кто не был на нем, не знает, как в Хейме убивать и так далее. Кто не знает, что он должен делать на своей машинке. Мне кажется, тут таких нету. Каланта, вот. ты сидишь спокойно себе в осадке и хер не дуешь. Сбиваешь каст. И агришь на себя большую цыпу, зеленую, насколько я помню. Цветочек. Не даешь цветочкам бить этих разрушителей. Ну все, гол тогда РЧ, РЛ, и поехали. Я не могу РЧ провести, ты мне не дал ассиста. Да нет. Ну можешь сам провести. Да. Мирекс вернулся? Я тут. Отлично. Все готовы? Ну, по первому траю сейчас будет понятно, кто что знает, кто чего не знает. Побежали. Стартуем? Давайте, пуляем. На схончик к Вексу прыгаешь, если что. Полетел. Блин, первые полетели. Мардон, садись. Я сел. А Колчедан кто-нибудь с воздуха подобьет? Есть желающие, ребят? Бейте, кто в осадке на пушках. Да не только, разрушители тоже могут. Спокойно, да Мардон, не, просто не бьют. Сбил. Ага. Я подбираю. Так, вторая катапульта будет стаки накидывать? Товарищ на второй катапульте, стак и колчедан. Потяни еще надо. Ну, зачем ты спринт дал? Ну... Может, все равно бесплатно. Тяни. Не, он не бесплатный, он у меня отнимает так-то тоже. А, давайте без флуда, пожалуйста, ребят. Снимите с разрушителя, пожалуйста. Трэш. С разрушителя защитника жизни, пожалуйста, снимите. Товарищи на осадках. Спасибо. По перегрузке. Перегрузку я не вижу. Все, есть. Снимите еще есть. С осадки. Осадки. Ну это не серьезно, у меня уже 200 штук осталось. Стреляем дальше. Давай сейчас что тебя закину, я тогда сразу. Угу. Сейчас, секунду, Колчедан подобрал, кидай меня. Рылок тоже летит. Иди сюда, приз, забираю тебя. Приз, не туда, назад, приз. Ну, не успели немножко. Ну, это вата, а не страта, мне кажется. Разрушители не делают свою работу. Кто был автором разрушителя? Пересадить надо просто, пересадить. Колчедана нету вообще. Надо мной летает гора, а его нету просто. Я с нулем стою, у меня был ноль, но ты говоришь стакать, а чем стакать? У тебя твой сударь в пушке должен подбирать колчедан. Ребят, давайте сейчас не тянуть время, все прыгают из машины и умирают. Да. В общем. А кто водители? Пускай нормальные водители сядут какие-то. И Авентер Мардон, ты не против, если я сейчас всех раскидаю? Я не против. Раскидывайте. Окей. Нормально, потому что Авентера не полетел, я пушки две бил в одного. ШП улетел на боссе, стоял, две пушки бил. И свою, и Авентера. Сейчас распределим. А Мардон, Спиритус, Масхончик, Ресатис, встаем. Вопрос сейчас. Без флуда просто по факту отвечаем. Кто за себя уверен, что он сможет конкретно на катапульте застакать сколько нужно? Паулан, плюсуйте в чат, пожалуйста. Все из машин выйдете, будем распределять сейчас. Фаулан и Мардун, забирайте. Давайте катапульту. На Верочку ХП забагаем, я не знаю. Так, теперь Фаулан, ты лицом к боссу справа стоишь, Мардун лицом к боссу слева. Сразу разъезжайте туда, пожалуйста.
Теперь то у нас Авентор, а второй человек, кто пойдет на катапульты? Войт. Прыгать. Авентор и Войт. Окей, сразу прыгайте. Теперь за каст. Кстати, каст из 4 раз только 2 раза сбили, по-моему. Потому что одна осадка Shadow Mirax разрушена была. Так, Shadow Mirax, ты остаешься. Хант Каланта, ты не будешь водить. Ты прыгай к Shadow Mirax на второе место сбивать Колчедан. Shadow Mirax. Просто ландшафом его бей. Звездой подсвечен, прыгай. Кто сможет косты сбивать и не слакать на второй осадке? Уискат, прыгай, осадка подсвечена звездой, это твоя. Уискат, прыгай к... Да. Маслончик, можешь прыгнуть к Уискаду на звезду. Все. Остальные прыгаем к пассажирам. Теперь, кто остался без Пенантихира, пойдем, мы с тобой будем на мотиках кататься. Тут перегрузка должна дольше длиться, тут первая пачка, которая улетает, успевает прилетать второй раз. Нормально. Кто не успел, остальные прыгают пассажирами. Теперь смотри. А такой вопрос. Сейчас, да, я добью, пожалуйста. Хорошо. Пенантихира лицом к боссу справа, это твоя сторона. Ты к Фаулану чисто подвозишь и с той стороны сразу забираешь пассажира, который прыгает. Я лицом к боссу слева с Мардуном. А разве, ну, не надо забафа челиков, которые будут прыгать на... В принципе, на... все, теперь вопросы. Я прыгать говорю, разве не надо челов забафать, которые будут прыгать? Ну, чтобы они быстрее урона носили и... Да, 100 тысяч да. ХП. Ну, как бы... Ну? Каски, маски раздать, я думаю, это будет профитнее, чем они просто голые пойдут без бафа, без ничего. Видите, кого забафать надо? Видите, забафайте их, блядь, уже. Он молчит? Меня слышно, ребят? Да, слышно. Угу. Ладно. Как бы войды забафали уже. Мирк, скинем. Энту. Скинем. Про. Наверное, да? Ну да. Так, Ланта, на пушку садись, а не на за руль. Так, Хант пересел? Да, 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 все, продолжи. Теперь, Мардун, ты будешь анонсить единственное, что когда надо будет им прыгать, mm-hmm. когда надо будет им спрыгивать. Все, в принципе, Арфе, пробуем. Дайте звездочку и кружок на одного и второго разрушителя. Звездочка с крестиком. В общем-то, готово. Арче на пул. Будем править. Все, вопросов нет, если осадное, можешь пулить босса. Вентер, садись, я тебя закину. Все, начинайте стакать. Вторая осадка опять слакает. Угу. Лол, у меня осадка просто не кидается, понял. Кидаем, буду. На второй осадной машине смотри за кастом сейчас внимательно, потому что там каст. Не цель. Угу. Вторая осадка не слакаем. Пассажиры уже там залетели. Пассажир уже уже в пути. Перегрузка. Выпрыгнули. Сбивай колчудан Калант. Сверху. Пять. Подожгите, прыгай, пожалуйста, прыгай. Второго прыгай. Разрушителя в меня. Прыгай в меня. Перед тобой мотоцикл стоит, ну. Нет, меня надо было поджечь. Ага. Так, спринт, дай, Авентор, спринт, вдруг, спринт. F, второй разрушитель сдох. Приз, ты со мной катаешься, получается, потому что сдох. Да хули тут кататься, один разрушитель, что вы делать собрались? Быстренько ретраем, второй раз. Выпрыгните, умрите. Как же люблю этого Левиафана. Ребята, я, конечно, все понимаю, но вы пришли в гильдию, вы были в 25-ке вообще здесь? В ГВП? Да.
Вы поняли основную систему, как убивается этот босс? Нахуя вы ездите на мотоциклах, когда вам я объяснил сразу тактику, по которой убивается этот босс? Мотоциклы не катаются. Мотоциклы стоят пустые. Во-первых, метки на мотоциклы поставь, их не видно нихуя. Во-вторых, вы два человека, которые вторые садятся в разрушитель, когда первых, которые на втором месте в разрушителе, откинули на босса, вы у них уже садитесь. Чтобы не было такой залупы, что разрушитель заморозился, блядь. Как только ты видишь этот луч, ты остановился. Этот выбрал босс, нажимаешь скорость. Если ты не уверен, что ты уедешь от луча, хуярь скорость, второй пассажир. Все, иди не колчедан. Ты заморозился, потому что у тебя не было человека, который тянет, который с ускорения нажимает. Так и есть. Да в смысле, ну можно одному выехать, друг. Спокойно. Ну так почему он не выехал? Если, ну, не если получается, друг, мне проебывать 10 стаков колчедана? Ну у каждого есть микрофон. У каждого есть микрофон. И можно дать просто, не знаю, команду, сказать чуваку какого-то на мотоцикле, чтобы он пересел в твой разрушитель и начал собирать тебе колчедан. В чем проблема? Зачем вы ищете виноватых, если сами не можете анонс нормальный дать? Прямо в том, что этот человек уже должен сидеть. Изначально. И не сидеть в чоппере. Сейчас суть в том, что пока кто-то там наверху бьет пушку, моцик должен пересесть в разрушитель. И наоборот. Ну вот знаешь, как можно сейчас сделать? Можно вы настакаете, вот мы настакаем колчедан, да? Потом закинем своих, у тебя будет 50 колчедана, и пожалуйста, стреляй сколько хочешь, пока он там бьет эти пушки. Пожалуйста, можно так, можно вообще мотоциклистов этих не трогать. Потрать 12-13 секунд, вот эти все ГКД, слей, 10 стаков набери на боссе, потом закинь своего с фул колчеданом, все, у тебя 50 колчеданов. Ты можешь стрелять хоть сколько. Типа, я не думаю, что они будут 3 минуты бить, тебе хватит колчедана продержать на фул. А от луча уехать можно спокойно, от машины можно уехать спокойно. До 6 стаков спокойно уезжается. Ну в чем проблема? Не мне вам объяснять, что делать, ребят. Это примитивный босс. Ну, он примитивно, но на трайв так выходит, что на нем больше всех вайпов. Друг, я тебе еще раз говорю, давай забагаем ХП и будем, ну, трайть так. Давай. Как это давай делать? Получим бан, спасибо. За что? Ой, никто за это не банит, 3 миллиона раз уже это делал, и никто бан за это не получал. Просто выезжайте все на улицу, вывозите танки отсюда, и выходите из инста. Окей. За это бан никто не дает. Выезжайте со своими танками. Просто нет смысла говорить, что вы можете хэмы закрыть, когда вы просто от луча замерзаете, ребят. Так, ну этому контенту уже. Да, выходите, выкатывайте тачки свои, выходите с инста, я все сам сделаю. Окей. Все, Веска, бросай свой танк, вали отсюда. Все с инста выходите. А это кто говорит, как у тебя ник в игре? Это говорит Фаулан. Ага. Все вышли? Мардун. Видимо, да. Да, давай, багай. Паулан, ты только остался, да. Ну так и должно быть. Все. Кому интересно, ребята, есть на ютубе канал, можете посмотреть убийство 25-ки, 10-ки Левиафана. Под баганом ХП или... Без баганного ХП. А. Нет, одна осадка бьет трешак, вторая сбивает каст. На другую крестик повесился, что он едет. Осадка с трешек перешла, сбивает каст. Все, босс. Изи, босс. Найс. Кстати, теперь баг не работает этот. Ну, можете заходить, баг не работает. Пофиксили они это? Поэтому я и спрашивал, фиксили ли что-то в ульте. Добро пожаловать. Но об этом не было вообще инфы. Ну, просто ульту настолько сильно уже зарезали столько раз, что
закрывать, ну, это все просто очень. Просто озвучь ники. Мы все не забагали. Забагал ты хп, моя осадка. На осадка полтора миллиона. А ну забагались тогда, все, пожалуйста. Внимаем. Забагались. Все? Че тогда, не закидываем или что делаем? Закидываем, все так же. Закидываем, все так же. Короче, смотрите, кто там сидит во второй осадке? Мардун, ты сидишь во второй осадке? Два шпшника в левой осадке, и у нас кто еще? Авентор с... Кто у меня еще бы второй? Ну ты вот, Мардун, ты же садишься во второй осадке, правильно? Я в левой. Я не понимаю, вы... Разрушители, кто сидит в разрушителе втором? Вы путаете осадку с разрушителем, что ли? А, кто сидит в разрушителе? Все, ты в разрушителе сидишь, все. Тебя с тобой настакиваем по 10 стаков. Ты просишь своего чувака, чтобы он тебе калтидан набрал, и запуливаем его на саму осадку, ну, на самого босса, понял? Все, я и дальше сразу, держишь, правда, кинуть, ну, да ладно. Держишь сам стаки, чтобы потом не говорить, что как я стаки просру. Все, ШП там, где там, или все сели. Давайте пулять тогда, в чем проблема? Ненавижу Левика. Все тут. Стреляй, стреляй. Угу. Блин. Скажешь, как забежать. Авентор, тяни колчедан. Над нами сбивай колчедан. А, нету над нами. Вот, тяни. У ворот там. Вот, стреляй. Все, давай я тебя закину, Авентор. Вот, прыгать. Ну, кто второй на разрушителя? Отъезжайте. Второй в Мордуна может садиться. Я Авентора сам подберу своего. Стреляй в мобов. Бери мобов на себя. Осадка, вот цветок то же самое. Забирай к себе. Перегрузки все еще нету, нормально. Справа. Угу. Авентор, я еду за тобой. Ускорь. Спонж, ускорь. Спасибо. Авентор, вот он, я и сразу садись. И тяни сразу, колчедан. Блять. Тяни. Хорошо, красавчик. Собери. Чё, я проебал стаки какого-то сейчас. Просто не тяни больше, Авентор. Скажу, куда надо. Спонж, один раз надо прожимать. Собирай. Осадки по трэшу играйте? Бля, сука, каски я, блядь, не попал. Что, блядь, сзади стоит. Я попал зад. Авентор, тяни. Спонж, тяни. Ты можешь его закинуть сейчас? Давай, Авентор, закидывай тебя. Могу. Ну, я сдох. Ну, кто-нибудь там есть у тебя в машине? Спонж есть у меня. Ну, последняя перегрузка. Спонж, прыгай. По трэшу играйте, пожалуйста. Блять. Смотри, садка развалится у меня. Слишком много. Его сейчас они сломают, перегрузка будет и босс дох. Просто потерпите. Если у тебя есть колчедан, спамь просто. Просто спамь, если нет. Есть. Что там по перегрузке, ребята? Две пушки все еще жив. Вообще ты добиваешь сейчас. В идеале. Но не факт. Колчедан дотикает. Ну, надо колчедан потяни. А, нет, все, нечего подтягивать. Не добьет он колчедан. Поставь добычу. Не добьет. Добьет. Ненавижу этого босса. Это что, плюс 3 было, что ли? Это было плюс 4. Так, у кого не там такое? Лесните, пожалуйста. Сразу полегал, нет, я понял. Покинуть тело, резнуться, бежать на плац. Ого, бля, вот эту чарочку мне бы надо, чтобы кто-то зачарил. А разбирает босса кто угодно или по ролу? Рольте.
после разрыл шмот. Будет забрал. Что, а хоть упало? Кто может? Инженеры или кто там? Инженеры разбирают. Ну, и линк-инженерку есть. Хотя, блин, чё, линк-инженерку все равно будете рулить. Бьём всех, никого не скипнем. Меня слышно, ребят? Бьём всех, да, слышно. Меткость. У меня рейтрол сломался. Это, наверное, очень боешные. Так что, если вы их ролите, пожалуйста, сразу готовьтесь надеть. Ну, как бы... Вентер раз, вентер два. ГЦ. Не слышу. Ох, слышу. Так, кольчуга, хан, 226. Одна. Да, я про эти наручи. Нет, ну просто, если как бы ролить как бы ЕК,